Буэнос-диэс, братва. Ядерный рассветный заряд выше экрана — это значит, что у нас одна из последних глав Detroit Become Human. Поэтому сажайте жопу поудобнее, берите ништячки и погнали. Как говорится, с вашего позволения, микрофончик поправлю. Угу. К деду, значит, пришел. Щёлк. А, ну. Добро пожаловать, Маркус. Welcome back, мафака. Привет. Я завтра из больницы выхожу. Сказали, ты сидел со мной рядом, когда я был в коме. Я... Мне очень жаль, что все так вышло. Я завяжу вообще. Хоть кто-то тебе мозги прочистил. Меня делает просто скотом. Я, может быть, повидаю тебя завтра, если ты не против. Я хотел сказать... Да что ты... Не понимаю, правда, на кой ляд я лезу наверх, но почему-то мне подсказывает, что Карл находится здесь. Кто ты? Как ты вошел? Я должен видеть Карла. Карл не принимает. Тебе надо уйти. Опа. Пожалуйста. Это очень важно. Он очень слаб. Вряд ли он сможет говорить с тобой. Тут самое главное на старикана-то не давить. Спасибо, мужик. Да, совсем бедолаге плохо. Карл. Маркус. Как вы? Я так тебя ждал. Мне вас очень не хватало. Вы даже не представляете. Что у тебя стряслось? Я хотел лишь освободить свой народ. Но в итоге привел его к катастрофе. Карл, я пытаюсь найти ответы, но... Все вокруг меня рассыпается в пыль. Нашим миром управляет страх, Маркус. Перед другими. Перед будущим. Мир, как я, он стар. Он себя исчерпал. Но что мне делать? Тут главное не выбирать агрессивные реплики, чтобы не давить на старика. Я не хочу... Проливать кровь за кровь, но разве мы не оставили выбор? Быть живым значит выбирать между любовью и ненавистью, между рукопожатием и сжатыми кулаками. У меня нет для тебя легких ответов. Ты должен принять мир, как он есть. Или... Бороться за перемены. Ты мой сын, Маркус. Наша кровь разного цвета. Но я знаю, часть меня живет в тебе. Когда мир провалится во тьму, смельчаки выведут его на свет. Ты из таких. Взгляни в бездну. Но не дай ей поглотить себя.
То есть с дедом все нормально. Теперь переносимся в церковь, я так понимаю. Господи, сколько вас тут, а? С кем можно побазарить? Саймон. По возможности надо перетереть со всеми. Как я понимаю. Ну, с тем, с кем можно, разумеется. Мы все надеемся на тебя. Только ты можешь повести нас. Куда бы ты ни пошел, мы последуем. Я думал, здесь вам будет безопасней. Я ошибся. Вам надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывести отсюда Алису. Успеть на последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. Маркус. Спаси наш народ. Как они пытаются слезогонку разогнать, а? В этом весь Quantic Dream, чуваки. Блин, кнопка подглючивает. А, Норд. Говорят, люди решили не искать девиантов, а просто сгоняют всех андроидов в лагеря для уничтожения. Через несколько часов останемся только мы. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Какой статус системы? Норма. Пуля не задела биокомпоненты. Ты мог погибнуть, спасая меня, Маркус. Ты всегда должен думать о народе. Остальное не важно. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я люблю тебя, Маркус. Наконец-то мы это услышали. Слезогонка. Так,
что Коннор в последнюю очередь идет. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Так. Ну, теперь, собственно, Коннор. Что люди смогли найти Иерихон. Я был глуп. Не понял, что меня используют. Прости, Маркус. Наверное, ты решишь больше не доверять мне. Теперь ты один из нас. И твое место со своим народом. На заводе Киберлайф находятся тысячи андроидов. Если мы пробудим их, они примкнут к нам, и мы станем сильнее. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Да ты псих. Коннор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят. Только у меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения маловероятных событий. Будь осторожен. Ну ни хера ж себе. Тысячи андроидов. Так, а где это? Бездобольно-то. А, со сцены. Ебать Ленин на броневичке, а? Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Я знаю. Знаю, вы все в ярости. Демонстрация. Тогда можно взять концовку хорошую для всех троих. Ни к чему хорошему. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Выглядит немного нелогично, но тем не менее. Человечность они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? Ну, поскольку Коннор стал девиантом, это получается прям кратенько. Потому что вот, собственно, вот эти вот все ветки закрыты к чертям собачьим. Ну и по факту за Коннора мы сейчас не играли, тупо за Маркуса. Потому что если Коннор не становится девиантом, там будет еще сцена с Хэнком, но спойлерить особо не буду. Нахера, а главное, зачем? А вот следующая глава, я так понимаю, будет последней. Ну, а я буду готовиться к записи 11 сезона. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, подписка. И до свидания. Адьёс, братва.